Какого часа прошло? Седжи нету, хантов нету. Ну, будем считать это последствия праздника. Да не. Будем. Вчера за 5 минут сбросил рейд. Слава, ты что? Одел 25 на медведя? Нет, у меня нету 25. Да не Слава. Ты не того медведя, видимо, смотришь. Да? Новый медведь у нас в гильдии. А, ты там, блядь, не подкатывай, блядь, свои лапы кошачьи. А это, ты чё на? О! Консилятор. А ничего, нормально общайся, да? Консилятор, всё. А чё? Без единого напула. Да нахуй нам напул, блин, вы чё, угорайте? Скачили. Роги вообще бесполезный класс. Плюс один. Тогда рогом, но ты 5 вообще не будем отдавать. Кто-то сказал мне, что 2 босса осталось. Ребят, скажите, пожалуйста, за химией лететь или выдадите? Ну, выдаём. Понятно. У тебя остались там СПД? Ну, у меня нету в дикон, наверное. Остались. У меня 6 штук СПДшных. Угу. У меня 2 фласки еще со вчера осталось. 2 нахуй осталось еще. На. Парни, кровист, вы понимаете? У этого дикона сейчас фласки должны? Да, у дикона дал. Так, она АП. Ой. Трулды, ты чё там? Нет, ничего. Так, на АП пачку. Так, фласки потом выпью. Так, ну на АП. На АП хулидринг дам пока. Тогда я хулидринку тебе 2 штуки скину, которые у меня остались. Сука, когда ты там это загрузишь? Кто там мечи кидает эти обоссанные? Чё, пошли бить что ли? СПД там у кого фаски? Вадикон. Вадикон. Ну, пока на спады я буду выдавать. Кто там выдает АП еще раз? Хулидринг. Хулидринг, ты где? Пока не пейте только. Сколько этих мечей Конский. Надо нахуй, чтобы, блядь, кончились нахуй? Спасибо. Бесконечно. Катрисия, дай пизды ему нахуй, он заебал мечи. Кому чё? Там тело, блядь, мечи мне кидает, надо вычислить его по IP. Мечи кидает? Что? Мечи кожаные нахуй, прикинь. А, мечи, я думал мечи. Кожаные. Больше попросил из шкафа. Мечи, ебан. Нет, бичи кожаные это сильно, как бы. Лёха, заходи в дис. Бичи кожаные тоже есть. Кожаный мяч во рту твоей тёлки, я победитель турнира. Прекращай. Ты пиво там не пей, нахуй. Причём здесь пиво? Остальное там. У нас тут люди новые в гильдию до лета, бля, играют, видишь, блядь. Да, ты это... Ливнул от пива к другому пиву, блядь. Чё, блядь? То есть ты считаешь, что я позорю гильдию? Я могу сразу лимнуть отсюда. Сука. Еще один. А у кого танка фласку можно получить? Танка фласку. Ебать, медведь 90. У тебя алхимия есть? 800. Есть. Я охуею. Блять, я не помню, я их, по-моему, не закупал, эти танка фласки. У меня лкашные только. Лкашные у меня есть. Лкашные. Ну давай лкашную, пофиг, чё. Так. Я думаю, тебе сапрот надо будет на гидроса. Ну, хотя... Да. А сапрот? Да нет, в любом случае. Потом на гидросе там, короче. Так, это спидозный? Какой-то. Да. Хуёвый, да? Да, хуёвый. Рейндж набирайте. Отера, давай. Я пропустил. Не до всех. Бегите от совы, блядь. А Фокс, иди. Не сюда, подальше. Блядь. Отойдите от совы, дайте мне, блядь, место. Сука, ну кто там меня касается? Это Фокс, иди. Во, нормально, вроде не касается. Это Фокс, иди. Вот, все нормально. Давайте мелких, что ли, добьем для начала.
Кто-то ко мне подбежал, блядь. Лингард, наверное, лучше. Блемы. Все. Ну, на робота потом. Отойдите от Войда, кто там ко мне подбежал, блядь? И сзади ШПшник задевает или кто? У меня рейндж 10, если тебе нормально стоит. Сука, Катриси, это ты, блядь, спрыгни куда-нибудь. 10. На 10 метров, ёбаный в рот, ты посмотри, глаза разуй. А кто меня задевает тогда? Вот теперь исчезла. Сейчас я тебя задену. Сука, да уйдите. Ковидники. Все, моб исчез уже. Все нормально. Дело есть. Че ты там, блин, гранул? Подбиваешь. Потом он зашел. Не, сейчас узнаем, что ему. Ну, по-моему, утренька надо с гидроса. Ой, аккуратней. Опа. Я гим сдал. Слева направо. Тыкните, бича сумануть. Кто там шупит, блять? Рвис, это ты. Я же говорю, бич. Не падает нихуя, да? Это хорошо, когда не падает. Ну да. Там на 14-го. Хорошо, когда не падает, да? Что там у нас? По крайней мере, что-то новое. А то все висит, висит, да? Тут не падает. Не вела, не... Ну, блядь, хоть было. Я хилить иду. Похуй, пускай все сдохнут. Главное засумать пацана, блядь. Да, блядь, именно. Плюс бидон. Плюс бидон. И минус кто тогда? Минус на минус дает плюс. Гидроман, волна тут. Стресс. Точно. Он самый тут маленький. Финал босс. Ну, типа, это заебись, что надо, блядь. Нам нужно полезно в ДД спекать. Нужно. Надо выяснять, что надо. И смотреть, кто. Если никого нет, выше, то ладно еще. Так, конечно, там получше. Ну, просто приора нет, в принципе. Это будет, наверное, просто А сейчас те, кто, видишь, мало играли, у них очень медленно приор будет набираться. А те, у кого дохуя, он будет медленно у них. Хотя вряд ли медленно будет, прилично сгорать все равно. Он уже нормально сгорает. Прилично, блядь, слетает. Слетает нормально, да. Потому что набор уменьшился приора. ИП. Сейчас только в ульде нормально зарабатываешь. Эсиста, дай. Я же давал. А я этого давал. Лутера давал. Я на ЗС-ку я могу слот уступить. Не надо ничего уступать. Зачем тебе слот уступать? Аккуратно пустили. Что-то надо. Ничего не надо, там никто. Все сам заберу. Бидон на замене пишет, если что. Мы возьмем его вместо на стресс. Маргрима тоже проще будет пить. Лиза на 20-ку дает, блядь. Призану надо домашить. Ой, замы сейчас есть. Вышел путает инсты. Не знаю. Буква ошибся. Я думаю, робот упадет сегодня. Если мы сейчас, ну, за часик справимся с этой хуйней, робот упадет. Даун сюда, большим аддаунтом. И потом пойдем. Ну, соляру ебанем, пойдем Алара ебанем. Алар, Алар тоже несложный. Слава, как сейчас ты? Чаще, чем ты мог подумать. А как стать так, чтобы мне не дали пизды? Давай вот так. Ну-ка. Пиздопад. Тут уже с тобой мне интересно. Я пиздопад дал. Хорош. Давай, сагай ботом. Не
сагрю босса. Хорошо, я сделаю я. Мастер крутит его хрен, вы хрен, что же. Сейчас посмотришь, что он на волноступе будет творить. Не сюда с полтинник. А как? Я понял. Вот, а жирный идет, осторожно, блядь, мне там пиздопад сейчас включится. Не знаю. Получше узнать же ГПшку. Я понял, блядь. Морда, пора. Меня клипануло, короче. Бич просто. Стоишь под ебалом. Я только спросить. Я понял. А куда он ушел, этот, блядь, жирный, нахуй? Вернется? Я испугался, наверное. ГП испугался. Ты не про мордаун, ты про моба. А я про моба и говорю. Спасибо! Вообще, бляха. Опа, сзади пришел. То ли обоссанец, то ли похвалили, я не знаю. Обоссанец пришел, обоссанец. Какой, хуёвый или хороший? Нормально. Хороший. Ну он служит будет. Ну пиздопад тогда даю. А, он с паразитами. Паразиты тоже да. Могут убить. Вы кучками не стойте. По бич номер 3, наша пати, шалфей, дать еще двоих. Слава, ты зону приколе, не? Да. Ну я это самое, просто кастую. Ничего не знаю. Быстро принял форму медведя, я кончил на какое-то говно. Блять, любовку отдаю. Ведьма захуярили. СПД медведь это какой-то легенд Калибир нахуй. А это Ностреса на кого поменяли? На Бедона. Я там Айрон скрутит, конечно. На него тут нахуй этот плащ падает, кольцо падает. Тут есть кому забрать, я думаю. Ну если типа выше его никого нет, то ладно. Там, бля, только Варна, да, ну, крит. Крит РПБ силовая. Больше никого кольцо, не надо. Кольцо какое? Розы танковское. Танковское, больше то. Ну так-то ну, есть кому забрать. Ну, тогда плащ. Не плащ крытый РПБ, нахуй, 207-7. Сейчас посмотрим. Ой, бля, пиздец, Айлай. Зузи вон можно заменить сейчас. Да, по факту у него БР. Да, можно Зузи свичнуть. Зузи тоже там маловато дает. Сейчас, Бедон, подожди. Максимум альдаунту посадить, в принципе, зарян. Если нужен хилан, почёвок. Не, леса ли запомнить. Скоро все закончится. А кто знает, что такое кукол? Че? Кукол? Кукол. Кукол. Шиперить. Чего, блин? Лестница. Можно их как-то ту пачку еще сагрить и сюда привезти, чтобы можно было аулешку дать. Ага, и назад к нам поднять. Я бы дал эту пиздопад. Тогда Катрисью пошиперят там. Че, о, заебись. С кем Катрисью пошиперят? Хуй знает, с кем-нибудь. Пошиперишься. Пойдем.
так и не понял ничего не этого слова? Я вообще нихуя не понимаю, блядь. На когда нахуй ты сюда пришел тогда? Не понял, блядь. Надо Omen поставить. Уже пора, думаю. Я понял. Я вон кидал Omen сегодня. Omen фильм такой был страшный. Omen это персонаж Valorant. Агент. Агент 007. Ну, я так смотрю, что Мишка и без напула там что-то игра пиздец много дает. Так и должно быть. 6. Ну там... Потому что это не будет. Посмотрим. Мне интересно на роботе как будет. Сколько извозит, ну, стрессом, ты боишь? Опа. 10 Опа. Тысяч. Ну да. Там. Что, замена есть там? А что ты? Всем привет. Здорово. Не хочешь да. играть? Ну я почилю. Оу, привет. Там уже вроде бы РДД надо. Ну так тебя на Хэлла хотели посадить. Да я что-то не хочу, шаман. Ну, тебе кольцо или трыня надо? Да мне ничего не надо, у меня тут есть значок. Нет, приора говорит. Да так ебать. А где он? Так, ну давай, что, бидонок, акселятор, раз у меня... Если есть РДД, берите, я почилю, посижу. Да нету там код только. Нету. Сидишь. Так, ну чё, Вилаша на боссе, медведь на этом. Ты тут танчил Дусан этого пидора жирного? Не, мы в проходе его танчили. В проходе. Ну мы, короче, тут да, решили я... танчить. Так-то можно, сейчас ДПС подрос. Просто мы... Короче, вот в звезду будет босс смотреть. Ты ловишь трэш там примерно между кружком. Ну, может, тебе под жопой, короче. И подводишь. И смотри, когда фаза будет, 25 там или сколько, или 20%, когда шары полетят. Они, короче, смотри, они летят из этих, как они называются, блядь, из... Вода вот, которая падает. Вот где ромбик ближний к нему, вот эта вода, вот рейд. И те, кто в рейде стоите, смотрите, от нее там шар близко долетает. Ну остальные вон с дальних летят, и вот с этой вот хуйни, которая близко к боссу стоит, шарики половим. Так, вот рыба. 5 хилов. Позови. Здесь-то можно милликом, если что, на гидерса зайду. Аккуратно, да тут да. На пула нету вообще. Да, на пула нету, но... Медведь, в принципе, на пачке нормально разбирает, там взмах у него этот Т5 заебись должно быть. Взорвающий размах Т5, да. Вообще кайф. Ну, будет проблема, не знаю, второго спехнем танка и все. И похуй. Два медведя. Один Т5. Так, чё тебе на ХП дам, короче. АП фласки у Холидринк, СПД у Вадикона. Там 2-2-8 еще на замене. Угу. Вы, блядь, поставьте ГБ кто-то. Возьму себе, блядь. Есть у кого-то гильдбанк тыкнуть? Я, по-моему, ставил уже. И дайте столик еще. Поставьте кто как гильдбанк, прием. Если нет гильдии. Пиздец, блядь, удаляй игру. Вот стоит, блядь. Так, сейчас все взял. Так, да и на АП сразу взять. Пригодится. Лёха, кидай. Не то. Да не, давай, давай, нормально. Я не обижусь. Да я знаю, что ты не обидишь. Деровист. Блять, опять мячики полетели. Заходишь? О, как? Да. Блин, заебали. А рука не уберите. Подожди, Лёха, кинь еще раз обмен.
Ты занят. Сейчас нет, да? Кидай, кидай. А ты чё в танках от Риси спекаешься? Я над хилами издеваюсь, успокойся. А это чё за хуйня? Хульдрин готов? Сейчас. Сейчас. Я захилю на фону. Равист готов, нет? Сейчас рыбу поим, одну секунду буквально. Ставьте джиса кто-нибудь. Или ладно, я сам поставлю. Да, готов. Крита только чуть маловато. Куда-то крит съебался. Да и похуй. Еще раз проверка. Че, 700к? Да, или 800? 800 на брусте, да? Все готовы? Возможно. Запустил нахуй. Что и произошло? Вот Фокс. Фокс рис и. Или под ебалом стал, или. Или от автоатаки. Сорвал. Дайте паралисту. Сорву, пожалуйста. КДБ. Дал. Спасибо. Пизду, блядь, таймер запустил нахуй поздно. А чё тебе, берсу сказать когда? Да я и так вижу. 6 минут берса, да? 8. Тогда осталось где-то около... 6.30. 6.30 даже. 34 минуты, получается, гонит. Я понял. Какие есть виды ТЛС, которые показывают время боя? Мастер может сорвать час. Дайте кухмастеру. Нау. Кто знает, как пофиксить эту хуйню, вот это вот, ну, ваша модификация, там что-то отклонить, пропустить. Как это говно, чтобы не появлялось никогда в жизни? Там надо удалить. Ошибки эти? Ну, так, чтобы вообще не появлялось, берешь, удаляешь клиент сируса на. Нет, ошибки как-то можно отключить. Качаешь дырку или идешь оредить? Сука. Топ советы. Ну а ты как хотел. Я
Сегодня хороший день, из целого 2,5 кадра в секунду. Обычно меньше одного. У меня 4. А у меня 15. 31. Авилания по откату Сальву в рови. Ну там как бы не догонял. Ну, срыв 110. Но все равно. О, блядь. СС был, да? Мэтфок сюда. Идон, ставь это на ману. Не поломал, он туда. Там Катри сервист этот. А, Дикон, смотрите, комбайнер задать. Дусан тоже в какой-нибудь закинь. Ну, в бидон. Я не закидываю никого. На бидон лучше потом оставь. Пусть фуловый. А, пусть фуловый лучше будет. На скольки там фаза? 20 или 25? 25. Нормально, что ли, 230-ку жму? Ну, конечно. На трэш, не ходил. Ну, все же. Это ж Т5. Пропуска. Там урон приличный. 2% до фазы. Один. Че, Геру? Сейчас подожди. Геру. Эй, я помер. Или БР? Патрисия, БР. Эй. Авилани БР на тебя. Холо. Авилани БР. Иннер. Запафайте его, Иннер не дайте. Матфокус дашь Иннер в Авилани. Пойдет катиться. Эломан, читай гимн. Да не тот гимн, а ману гимн. Ты сказал, какой гимн. Да все, я, ну, я понял. Ну там логически можно было, раз мы ману потеряем, да. Подлинка, поднимите. Я уже вторую сферу словил. Кого встречать, скажете, крылья могу закинуть в щелька. Босса играем, босса. Да, 30 секунд до берсы. 33. Я пойду встречу эту... Трэш забудьте, чисто босса. Я понял. Сдурбич. Да, блять, крылья не спасают, блять, баганная помойка. 20 секунд, 5 лямов. Готовьте маму в этом паладине, если что. Мы успеем, по идее. Мы за 10 снесли. 3 ляма. Убили. 7-6 секунд. Нормально. Пора шейба. Лут говно. Это грудак вообще кому-то пригодится. Плеч красивый, ладные. Мутику или кому, блядь. О, на ретрика мне нахуй. Я понял, блядь. Ты холик теперь, Слава. Ты холик. Ретрик. У тебя будет волонир, так что будешь холиком, не спорь. Я еще шеем соберу, блядь. Ой, там очередь будет. Там будет чисто. 6 где-то персов здесь очередь устроит. Что получается, можно сделать на сову шеем, на попроще волонир, на ДК шеем, на кого-то точно приста АБХ,
На пристад Воланир, чтобы это уже 5. Воланир ВХ, да. Шем напала, Воланир напала еще. Не, ну я, конечно, все понимаю, но... Если так пойдет, я тоже хочу Воланир на Эрдгу. Не-не-не-не-не-не, давайте не наглядь. Ты сама, у тебя ВХ. Визибл пришел. Визибл прошел. Че, кто там меньше всего дает? Я меньше всего даю. А, нет, трол дэм. Ну, у тебя ВДРК, он чисто соло таргет играл. А, ну, чисто соло таргет мало даже. Получается, но стресс. Сейчас к роботу подойдем, так. Там с вишней. Магов вот этих, которым кастришь. Ну смотри, уэй, заебись на маг, он в ком. Исполнение живая бомба, а ну фаер накрутил, да, получается? Накрутил. А тролл чародейские стрелы, блядь. Получается, фраером надо быть. А на роботе и фраера не поможет нихуя. Не согласен, что я накрутил, и... А, ну да, у него Марагрима меньше, кстати. Блядь, ну хули поделать, ну стресс. Этот финал босса, а ты откуда? С какой гильдии? Я что же говорил? Откуда? Я забыл уже. No Mercy. А. Был там. А гений этого Details может он мне рассказать? Я захожу, получается, вот скажем, в урон, например, на мое выцеление. А я тюлень. Есть заклинание аура сравнения. Я тыкаю на аурус, и там высвечиваются все, что я хочу, я юзал. Да? Это вроде ковидные. Ты что, Равис, не сдыхай, нахуй, что за хуйня? Сдохнешь так. Да я лагаюсь. Мне тут сложно не сдохнуть. Плыви, в оленя превращайся. В тюлень. Да в оленя пизды дают. Плыви, плыви, блядь, я тебя захотал. Релогнусь. И быстрее. А, я вылетел, можешь не переживать за меня. Так, ясно, блядь. Давайте уже агрить его, убьем. Это не мои, блядь. Это не мои, эй. Это Равис. Там второй бежит. Там второй. Чё там, если обоссанный, то хуёво будет. А, скорее всего, так и будет. Я понял, блядь. Расплывайтесь там. Вроде нормально колосс, типа, можно и башить. Надо, чтоб трэш только никого не заклеил. Давайте мелочь, может, сначала ебанем. Блин, он это, под водой стоит, тупо. Да похуй, бейте. Ебать, там рыба приползла. Расчехляем удочку, ребята. Ну чё, кто там хотел чего? Я клей дал Мэтт Фокса. Не вижу тебе подарочек от реалиста. Тот, кто чего не делал. Останьте хухмайстера. Вылезти на трубу, чтобы эта рыба исчезла вся. Ку. Ку. Суровая рыба. Есть суровая рыбалка. Заходи, плюсуй. Суровая рыбаловая. Чё вы там делаете? Рыбачим. Рыбачим, блядь, погоди. Он? Сурово. Зачем? Чё, у вас людей не хватает? Нет. Да. Нам на пол нужно. Где-то хватает. На пол нужно. На пол. Без на пола тут убиваем. Что, вы гидрос ходите? Да, гидрос подходим. Ну, на пол придется давать на танка, на МТ. А, этот самый... Танки, которые по два моба держат, они и обойдутся. Без этой хуйни. Я думаю... Надеюсь. Нет. Ну да, там... Я стопудовую инфу даю, что они обойдутся без этой хуйни. Что там есть? Есть что? Полрейды сделал ачиву себе. Найс. Второй половины просто наестик. Да. Этого большого цеплять. А, еще сделали все. Еще ж свейдить надо. Эту хуйню. А, кого это, короче, видимо, это. При сумонте я сэджу. Милик на милика. Да, сэджу, подожди. Я почилю, он понапуливает. Точно почилишь? Тут же триня падает. Ну, а что такого? Тебе не надо триня. Дай хиста. Чуть раскидать. Да, она не упадет. А вдруг упадет? Вы спидение хотите?
Нет, там танков. Ну, если даже упадет, у нас есть танк. Кому можно забрать? Рассказываю, падает живой корень. У танка приора и так нету. Куда ты, блядь, мне на дно? Я не про тебя. Я думал, вы уже на роботе. Кого? Вон Авилаша, если что, возьмет себе, да и ладно. Ну, хорошая идея. Да падает живой корень, я вам прям это вангую. Опа. Лужа. Опа. Ладно, пока ты иду. Пока. Чё, как без роги и выйдить в курсе? Так рога тут. Без роги, без ханта, конечно. Рога отошёл. Пошли за звездой. По краешку. Ну, мне интересно. Пойдём-ка. По краешку идём. Надо, чтобы весь рейд сюда перешёл. Бить его быстро. Надо быстро убить, да. Блять, только подожди, надо... стойте, вот тут остановитесь. Дальше не лезьте, а то он сагрится. Прям на краю на самом стойте. Вот моб, вот где появляется, в точке. Вот. Открыли мы под всей хуйней. Сейчас готовимся. Вот. А не проще Седжу сейчас засумонить, блять, и не страдать хуйней. Он отошел. Ой, блять. И как вот мы бить его будем? Нам урна заслоняет. Ну, блять, следующего будем бить. Можете уже не бить этого. На звезду, на кружок смотрим, сейчас следующего моба будем зергать. Встаньте вот тут. Следующего моба надо зергануть. Этого похуй. Сейчас вылезем. Все. А чё? Все выйдет. Убили, конечно. Блять, я думал вылезет следующий сейчас. Ну видишь, мы машины просто, ты не понимаешь? Посильные. Да, блять, стал за урну нахуй, не могу кастовать этого моба. Откуда комбат? Вот Фокс там плавает, чилит. Рыб кормит. Потом на рыбалку пока. Пойду просто сходить. Так, я полетел, короче, берите Седжу. А чё, Вань, на рогу заходить не будешь? Нет. Могу зайти, конечно. Ну чё, давай, хули дринк тогда. Я телепортнулся. Там конёш. Этих петухов. Сейчас дам дрянные. А пойти хилам дашь дрянные? И с инрами сделайте красиво, пожалуйста. Короче, выбирайте себе сторону. Хулидринка и Дусан. Кто с какой стороны. Блять, главное, чтобы там размах, чтобы босса не забрал. Да, это чисто все инра спла заливаем в Виланию. Держи тебе еще Турена. Не, спла не надо. С пула просто заливаем все вела, они вообще будет весело. Я понял. Давай ты там, конечно, я покручу бурю. Да нет, тебе проще будет с тарелкой. Я сразу не успею дать по ним эту какую хуйню. Можно да? Мне кота одного впать. Я лучше в РДД побегу, я тут давно РДД не бегал. Зачем тебе кот впать? Он работает. Я понял, блядь. Все, я расстроил. Настроил пати нормально. Ну что по тактикам, шо, ребята? Это Аиша, да? Да. Это Аиша. Только без масухи точечно вот именно гидроса напулешь, чтобы это... Ну, в принципе, ее мобы не убьют, но, блядь, хуй знает, как там будет. Только босс... А когда на пул надо сдавать? Именно когда босс меняет цвет. Вот именно он ты сменил. Ты проносишь? Ты что, блядь, сам не видишь? Вот он сейчас синий, он сменил цвет на зеленый, ты даешь на пул. Когда она ведет, ты убираешь, я тебе прям пошагово рассказываю, что надо делать. Вот когда она идет, ты убираешь, тыкаешь в пол, убираешь из цели босса, стоишь, нихуя не делаешь, отрезать генил фул энергию. Она перевела, босс сменил цвет, ты даешь триксы и не бьешь еще пока, даешь триксы, они на нее... Если я дам триксы и не ударю, они не будут работать. Вот я про это тебе и объясняю. Ты сначала даешь триксы, не ударяешь, цвет босса меняется, она через определенное место его переводит, вот цвет босса меняется, и тогда ты моментально начинаешь бить. И в нее идет уже агро дополнительное твое. Окей, ну постараюсь смотреть. Так, рыбу поели. Раньше 8, да, тут? Наверное, там. Да. А чё, даже хантов нет, а как стрэш вообще будет бить? Вот так. Там танки нормальные, они соберут и так. Они без этого. А мне уешьте в трэш или не надо?
Ну танки секунд 5-7 наберут агро, подведут под босса и будете уешить. Только без фанатизма, okay. Блять. Хорошо, шеф. Вы разъебать могут. Yes, my lord. Дайте мне, плиз, поближе куда-нибудь. Да, мой хозяин. Я на тебя касай. А мы готовы? Что-то стрим лагает. Че еще раз? Лагает у меня, да? Ну стрим лагает. Геру, да, с пула. С пула Гера? Да, да. Срывать же будем. Ну, дайте танку агро набрать. Рарник. Сука, рарник тут, прием. Ну, через 10 секунд давай Геру. О, рарник готов, дает счет. 5, 4, секунд 5 и Геру, как 2, обычно. 1. Ну там вар только опасный по агро, блядь. Вот тут. Армс, что ли? Да. Армс генерит агро дохуя. Там должны вроде реворк какой-то сделать, что агро снизится. То есть опять у всех агро будет норм. Ты опять не произноси эту хуйню. Хорошо, шеф. Ты опять, да? Без тебя все убьем. Блять, в оглушении. И больше тоже закроем, да? Встаньте, блять, справа и слева. Ну, больше вряд ли, конечно. Да, танкам не обязательно, в принципе, там стоять. Коробки убрали, сейчас надо будет разбежаться. Все, стопнули дамаг. Сейчас он цвет сменил, вот ты на пул даешь. Кто там оба потерял? Там они говорят... Все, да, пейте. Кто там сдох? А, вар нахуй. Вар, как дела у тебя? Ой, ты что, пропустить не жмешь? Потому что еще раз появится. Мэтфокс, Мэтфокс, рис и вар, да, уешим. Вот этих по двум танкам спам хорошенько. Забафайте в Final Boss. А уешку дайте. Через 15 секунд переводить надо будет. Добейте мелких. Уловья, дайте. Переводи. Стопите. Галаш, не потеряйте. Чё с мобами там? Давайте сюда их подводить. В стане был, блядь. Че, если вот нахуй ты тут стоишь, ёпта, блядь. Тут стоит? Всё. Прист. Какой прист? Лутай. Его тут нету. Какой лутай? А как, блядь, кого ты сказал? Про Эю говорил. А. Эй, это что, лутай, что ли? Нет. Я полулутай. Да мне послышалось. Хуя все. Быстрее моба добейте, после. Прям все киньте в него дотки. Переводи. Моба, быстрее зерганите. Ну, пару тысячек. Все, по боссу. Ждем там секунды 3, и потом уже всех дотать начинаем. Бетон и назовите, просто. Так, залил. А, Пепас, конечно, пиздец, пацан ракет, блять. Так. Ну, секунд. Пиздец. Секунд через. Вот этого мелкого доковыряйте, быстрее задотайте. Все, переводи спокойно. Thank you.
блять. Ну не это, верните моба. Сука, ну даун ты что ли? Shadow Knight, ты тут, блять? Бэр не Дусана, да. Надо Рейси никакой БР, блять. Надо никакой БР, не делайте падаем. Ничего. Конечно, блять. Этот. Вот теперь смотрите, нахуй. Не сори, а сейчас станешь со мной, нахуй, в наказание. И будешь бегать прям со мной, нахуй. Отойдите назад. Я объясню вам, нахуй. Я не знаю. Если кто ДПСит, блядь, поставьтесь на отслеживание на пул, блядь, на босса. Дело не в напуле. Дело в том, но он что... Он не начинает бить, когда он... я еще не ударил, блядь. И на пул еще не начал действовать. Ну вот смотри, я тебе объясняю. Ты тут первый раз... Вот, босс, когда меняет цвет, он скидывает агро в ноль и вызывает 4 мампа. Вот, на зеленую сторону переводится, скидывает агро в ноль, на синюю сторону переводится, скидывает агро в ноль. Если его переводят на синюю сторону, а ты стоишь на зеленой и хуяришь него и срываешь, он обратно переходит вот эту вот центральную линию и превращается снова в зеленого, блядь, и снова вызывает мобов, нахуй. А эти мобы нам тут не нужны, нам нужно убить босса, а не мобов бить. Тогда мобов будет не 4, а 8. И вот. 8, на это нам пизда уже. Вот их было сейчас 8. Они по шоту танк. Короче, вот. Я не знаю, чтобы... слежите на пол. Чтобы всем объясняю, кроме Shadow Knight, такой хуйни не должно быть. Когда каждую минуту, каждую 55-ю секунду боя переводит танк в другую сторону моба босса. Вы должны, что ваше действие? Стопнуть полностью дамаг, убрать свои ебучие руки от кнопок. Дотки, которые висят, они не сорвут так босса, как сейчас он был сорван. И перейти надо на ту сторону, куда проведут босса. И еще встать 10 метров за спиной за танком, за БДК. Тогда, если даже босс вдруг по какой-то ебаной случайной причине сорвется, ты со мной сейчас побегаешь, тебе вот кружок дам. И посмотри, как я делаю. Ну... При том, что я и стопаю, и специально перебегаю, чтобы, блядь... Даже автоатаку убираюсь. Вот. И все, у кого проблемы с агром будут, ну... Ты просто бил и стоял на той стороне, откуда босса уводили. Он перешел обратно к тебе, а ты уже ничего не можешь сделать. Не телепортнуться, ничего. И все, и привел так, к вайпу просто. Так что, выйдет надо, да? Да, надо, иди сы, выйди. Сейчас рыбу дам. А так босс хуйня, манекен. То есть это все ну, повторяется по КД и все. Главное, что ДПС, ну, да ебе не матери здесь у нас. Вот поэтому все это по кругу повторяется, это хуйня. Стаки он накидывает каждые 15 секунд. Значит, 15, 10 или сколько, или 15%, потом 25 на 30 секунде, на 45, сколько там... 50 нахуй и на минуте сотка. 100% увеличиваемого урона это магического от природы и от льда. Синяя форма это лед. Зеленая это природа. На минуте 15 он, по-моему, 200 дает процентов. И шотает уже нахуй все. Всех. И мобы да, больше и бьют. И боссов атакой да. больше дает. Стамины нет. Сейчас Рави зайдет. А где Бардан? Давай шкаф, он сейчас лестница. Тем 10 секунд хаваем, нажимаем да. Я скажу тебе да. Это к Шалфиру да, все. Да, это Кавказ. Шалфир вроде Эридар, я хуй знаю. Я Эридар. Ну, все к Эридару просится. Равис, ты готов? Тролде, Мордаун. Дайте инту, пожалуйста, маги. Похуй на Геру, не надо ничего ждать, потом дадим. Маги, дайте интеллект. А вот он есть на тебе интеллект. Спасибо, да. Только что бафли. Мордаун, ты тут? Прием. Да-да-да, сейчас подожди 5 секунд. Немножко настраивал. Проблем будем. Можешь, в принципе, начинать. 5, 4, 3, 2,
Не стойте по центру, стойте справа слева. Немножко раньше от меня набери, немножко левее, Куджо. То есть, если будет глыбу кидать, нас двоих заморозит. Еще чуть-чуть. 8 метров, там еще шаг. От меня, ага. Ну, к другому подошел. Алло, консилятор, стань слева. Не парься, ДПС хватит тут. Мы не забираем ДПС. Да, ну просто калит каждый да раз. Да я не про тебя, я там... Чтобы на эту... Блять. Вот это что? А, танка убила. Ясно. Нет, танка не убила. В смысле танка убила? Танки рыбы просто убила двух жестких тамагеров. Так, ну давай, значит. Два на полу надо сдавать. Не знаю. Этот. Стопаните по боссу, дайте она агро наберет. Бейте мелких сейчас. Да весь рейд убежал уже. Так уже все, типа, и выйдет. Ладно, убегать. Ладно, убегать, ясно нах. Вилаша, что это было? Кто-то агро сорвал или что? Пиздец, нахуй. Я охуею просто с вас. Отойдите быстрее дальше. Кто там еще? Тотемы уберите, шаманы, блядь. Пиздец. Кал какой-то, блядь. Лмаун, дай-ка в мордаун, да сейчас ПС-ку на себе побыстренько. Снег, куда у тебя? Так, смерти. Гидрос нестабильная, атака 55 тысяч. Этот вар, ты тут? Брателла, Армс. Ты можешь, ну там, без фанатизма, там, Омон у тебя есть? Такая хуйня, знаешь? Мы как бы в Берсу не упираемся с 20 лямами. Давай я на руку зайду. Блять. Ну заходи, похуй. Нет, только не выкидывайте, пускай я буду 8-й пати. Видишь, у челика игра не запускается. Ты можешь бить послабее, там, я хуй знает. Ну, допустим, постоять там 10 секунд, хуй знает, нихуя не поделать. После смены цвета 3 секунды. На автоатаке постоять. Ну, вот поделай так. Больше даже. Потому что на пул рога один только. Ты уже заходишь? Будет еще? Сейчас я только вышел. Как тогда просто на так же будем сдавать только два на пол, да? Да, только в похуй. В босса. Но мог бы в похуй, они, ну, они заберут нормальные там танки, там они по 2 Т5 у них. А, ништяк. Там и без Т5 можно нахуй забирать мобов. Просто чуть подольше, на секунд 10 на них набирать и уже заводить под босса вещи. С напулом, конечно, поприкольнее. Ну это надо 4 роги или 3. Все, зашел. Хапта. Сейчас гружусь. Ты иди с эвейди мобов. Точняк. Все, давайте. Сум. Ласку отдадите. Блин, когда? Сейчас тапнусь. У меня пассивка, блять, сработала. Да. 50 секунд. Давайте уже побыстрее начнем, потому что пиздец. Энки миллион. Просто энку проебал. Давайте. 35 секунд. Бидон. Я лагаю. Бидон, жри рыбу. Бидон. Бидон. Да, бидон, ты тут? Давай хавай. Он хавает. Ты только сейчас сел. Релогнусь быстренько. Я понял, блядь. 2 минуты КД нахуй. Все, блядь, удаляй игру нахуй. Не дашь ДПС, блядь. Не будешь первым ГП нахуй. 500 нахуй. Как первым, блядь. Я нахуй даже не топ-8, блядь. Ну все, нет. Пиздец, типа ебашь этого, блядь. Топ-5, короче, ты должен. На роботе посмотрим, кто будет топ нахуй.
посмотрим, но то ли. Я. Без АУЕ урона нахуй. Я. Игры предвкушаешь, да, уже? Конечно, блядь. Не, я упрусь потолок. Типа. 23 сколько? Будет примерно. 23. Хуёво, что надо 5. 25. Ну я постараюсь. Часик. Я принял, если чё. Похолосеть. Все же принял. Кого? Вам. Кого? Рыбу кого, блядь? Катрис, иди нахуй, пожалуйста. Я ел. 80 секунд не пошел. Ты чё? Спасибо, а? В смысле? Просто по-доброму тебе послал нахуй. Понял, спасибо. Вы петухи, сука, хватит кидать мне шары эти ебаные кожаные. А чё ты в меня-то их кидаешь, ты, блядь? А в кого их кидать, блядь? Правильно, блядь, так ему нахуй. Вот поменяй себя срарником на сторону. И что будет? Ридар будет. Там заебал, там. Не кидай мне шары эти, нахуй. А шо по криту, блядь? Пиздец, скринж, нахуй. Ну, закинь Седжу, нахуй ты меня кидаешь, сука. Форму, блядь, встань, а нахуй. Седжу, я не проёбываю. Меняй рарник с фейдом. Как проёбывает? Совсем охуел, блядь. Все охуел, блядь. Короче, блядь. Сейчас сделай себе билд без скрита, пусть ебется. А другого закину кого-нибудь. Дусан, блядь, это кто? Я вам, блядь, ГП в ебу, кто шары эти кидает. Это новый танк? Да. Сумку засоряйте мне, блядь. Чего? Клятва, блядь. Мордан. Сейчас я еще гружусь, подождите. Заебал. Хули ты там бегаешь? Да мне позвонили, как обычно, и вообще не просто в ненужное время. И скажи, пусть идут в жопу там, блядь, у тебя рейд, нахуй, скажи, блядь. Пиздец, меня не было, нахуй, 5 минут. Маме такое нельзя сказать. Нашли, блядь. Ты чё, слепой, блядь, он уже сколько танчит? В лесу достали. Сколько, нахуй, 5 минут? Сколько? Накурился пацан, блядь. Мордаун, блядь, алло. Так-то подкурен чуть. Блядь, у меня сейчас всё стоит, у меня просто всё стоит, блин. Чё стоит у тебя, блядь? Это хорошо, когда стоит. Игру ты, блядь, играй. У меня просто консерта бегает на месте. Ай, блядь, пиздец. Опять провайдер не заплатил, блядь. Всем здорово. Какой провайдер? У меня телефон на интернет. Всем привет. Ладно, сейчас быстренько. Кринж телеком, блядь, у него. У кого? У Мордаун. Вон Хокмастер пишет, играй со стояком. Совет охуенный, по-моему. Играй со стояком, понял? И мама в комнату заходит, такая, так, блядь. С чем это ты тут играешь? Это же, блядь? Это что, Вов, блядь? Ну-ка, выключай. Ну чё, Мордаун, как дела-то? Хуёво всё, слишком хуёво. Я так понимаю, я немного пропустил, да? Да, ты такой трэш пропустил сейчас. В смысле? Какой трэш? Ну, трэш средство, наверное. Кузя. Типа зачистка трэша? Хуя мне 6 мечей закинули в сумку. Чтоб тебе, блядь, было нахуй, заебись, блядь. Нахуй вы мне их скидываете, заебали? Вы вообще их взяли, идите нахуй. Я, если что, на замене посижу. Вот, принимай нахуй. Ты принимай, блядь. Я вам ГП въебу сейчас, кидальщики, блядь. 6 токенов нахуй тебе. Кто кидает эту хуйню, скажите мне. Катрисия. Катрисия, я даже задавать не умею. Пойдёте щелить нахуй. Пардон, ты да чё? Ясно, Катрисия. Ты сегодня карманка на спаме. Нет, я ещё, блин, просто, блин, какая-то хуйня, блядь. Не знаю, либо без меня начинаете, либо сейчас я... Да Катрисия, это всё Катрисия, это всё Катрисия, парни. Бить начали. Там замена же. С детскими играми. Блядь. То есть лоб, замена. Да, либо меня менять, мне нужно. Войт. Ну призм, давай. Хилы, раздупляйте свой, блядь, там. Давай в хила. Да ну нахуй. Там замены-то нет никакой. Invisible. Из хила, да. Invisible. Это давай Эй вместо призма во вторую пати. Сейчас я все скину. А, мне не талар нужен. А чё, суманут или самому лететь? Там лети. Понял. АО. Или установите клиент? Нихуя. Шо, реворк завезли? Кто-то с инста не депнулся, я не могу депнуться на инста. Шалфир, наверное. Какой реворк, блять? Мордаунд. Войт, закинь. Нормально все у тебя есть. У тебя есть. Шалфир. Призм есть. Так он будет в хиле.
Ну пускай хилит, пофиг, какая разница. Кто-то не тэпнулся, я не могу сум принять. Да не выкинула его еще, не бойся. Пати с хилами. Блядь, теперь нету. Минута прошла, уже, наверное, выкинул. Че, пришел Сумон? Сумон пришел, но не принимается. Заебал. Сумон-то приходит. Бля, призван, ты сможешь с гадюкой похилить или нет? Ну давай я подожду, пускай Сумон до минуты повисит. Ты релогнись, блять. У меня... Ты, конечно, во-во-во, скидись все. По 1000, пожалуйста. Ре. Все. Кому за баночкой обратиться? А у меня есть у меня, да? Рыбу ешь. Ага. Стоит. Жру. Понял. У кого-то гадюка есть вроде? Ты гадюка. Анаконда! А вот попал бы с нами в кару сегодня, выбил бы гадюку. Такую гадюку бы выйду. Вы оперу до сих пор били бы, блядь. А вы чё, он... Вы чё, оперу не закрыли? Нихуя не закрыли, мы за полтора часа фуршили. Жди. Без оперы. Да. Ну без оперы, блядь. Нет. Вы оперу убили, блядь. Ага. Давай, чё на 9 делай, рассказывай. Я говорю, что мы, блядь, оперу убили. Так это не на фул, нихуя. Без оперы. То есть там оперу убили. Усе готовы. Но ты не захотел. А для кого нам идти тогда на оперу? Блять. Какой стан, ёпперосот? Да люди, блять, стоят не справа и слева. Ну станьте право-лево, блять. Эй, агро. А пиздец. Ебал мать, сори. Мама не трогай. Мама цветная. Так, вот сейчас скоро стопать. Переводи. Руки от босса. Стоп. Ноги нахуй. Пиздец, на мне челик. На мне тоже. Ой, сняли. У нас хил сдох. Вот Фокс рисовал его маунт. Shadow Knight, со мной иди. Shadow Knight, блять, прием. Я не вижу тебя, где ты? Ну хули ты не видишь, блять? Да я, блять, отвлекся на трэш. Переводи. На трэш отвлекся. Руки от босса. Нахуй ты там стоишь, беги ко мне, блять. Видеть. Ебать. Ты иссушение дай разор, блядь. Я уже лишний раз боюсь. Люди, блядь, смотреть. Встаньте по бокам, нахуй. Пошли за мной. Что-то на. Ну справа не морозится. Охуеть, блядь. Переводи руки, блядь. От босса. Аккуратней. Чё, Катрися на тебя кинула, блядь?
Медфорс, залей Иннера в бидонов. Вошли. Также перебегаем. Вот убьем. Босса будет проводить немножко назад, это нет. Через 7 секунд. Босс, перебег. Врач сейчас руки от босса. Они... Рано. 10 секунд. Говорите, все, веди. Все. Стоим, ждем. Веди, веди. Не, шотнуло. Надо подальше стоять. Я далеко от босса стоял, не бегал. На трэш. Надо на пол давать и начинать бить мобов. Немножко подальше стоять от места спавна мобов. Да, понял. Вадикон, рез их историю. Вы привыкните, вы обратите внимание не на ДПС, а разок посмотрите, что как происходит. Фулбаф по нему, каску лапы приставал. Я вообще не бью, пока он сцепный с ним. Тебе именно надо мобов начинать. Прямо бы схуярили. Ну, да, он прям умеет. Они ближайших, вот кто ближе к ним стоит, они тех и разъебывают. Если что, скользание кош нажми просто и все. Да он прям бреснулся, он. Трэш, играем, трэш. Трэш, дайте ОЕ побольше. Переходим в Shadow Knight. Да рано еще. Я Shadow Knight'у говорю. Вот теперь руки от босса. Все, отойдите от него. Переводите. Отойдите чуть дальше. Переводите. В РДД зону отойдите, все. Трэш бьем, правильно? Правильно. Чисто ели вы. Повисство. Я не знаю, почему он не стопает. Почему стопали? Трэш резнулся, я тут же шел. Все тихо. А, тебе трэш? Фулбаф дайте. Попал уже, иннер можно дать. Бидон, тотем. Эламаунт на ману читай. Иннера раздайте все, Катрисе, Вадикон, у кого там без КД иннер. Давайте много ДПС и в босса, и в трэш, только с тем учетом, что вы не должны сорвать ни босса, ни трэш. Иначе эта хуйня вас пошёт. И когда босса, сука, переводят, встаньте не с боков босса, где, сука, мобы появляются, или столько вот вас убивает, вам до сих пор не вдомёк. Можно к стенке, за стенку бежать. Переводить надо будет. Стопнули дамаг, переводим. Гир на 30? Ну давайте сейчас гиру, блять, пока все живые нахуй, а то еще раз переведут и пизда будет нахуй. Побольше в боссы, трэш побочными хливами бейте. Вот еще 15 секунд. Вот дайте ауешки по мобам. Через 10 секунд переводить надо. Все, мы Shadow Knight размораживаемся, бежим уже туда. Бежим. Босса через 5 секунд переводим. Все, все ушли, блядь. Видите, куда сова бегает? Это для вас тоже, для всех, блядь, для бичей, кто дохнет. О, далеко надо убежать, далеко. Переводи, убежать. Переводи. Они сбоку стоят, они, конечно, их будут шотать постоянно. Все, фулл ауе даем. Пиздец. У кого там есть? Катрисия, резай его. Фулбаф, каску лампу. Сверя, можешь по два на пол сдавать после. Да, я так и делаю. Хорошо. Не успеваю. Лучше. Так, еще пока бьем. Смотрите, когда будем сейчас в следующий раз переводить танки, отводите мобов влево-право к звезде, к кружку, и все только по боссу играют. Только когда, конечно, танк Авилаша наберет агро на боссе. Переводи. Стоим, ждем. Мобов в стороны. Мобов в стороны. Ну нахуй. Не ебать. Да вы ебалом там торгуете, стоите нахуй. Ну либо танки не ловят, нихуя. Короче, ну, танки, бичи, да? Убивает. Да, наверное. Справа норм танк. Вы стоите ебалом торгуете. Вот вам объясняешь, вы стоите один хуй танк. Ну, фул по боссу играем. У кого там еще БР есть? Он не даст, он в форме.
Равист, подними этого консилятора, пускай еще босса побьет. Фул по боссу максимально даем. Быстрее бафы, быстрее босса бей. Бурцы отдал. Там минута. У нас 20 секунд. 5. Сколько там? 5 лям. Смена целя. Не надо ничего, никуда переводить не надо. Сейчас Вилаша есть незыбка? Давай незыбку. Ревностный. 50 на 50 всю хуйню сдавайте. Массакру, хулипал. Хулипал, массакру, давай. Ну и баблы готовьте. И бабл. Тебя добьете. Просто стоите... Стоите, ебалом, торгуйте, вас шотают эти мобы, они появляются, сразу шотают, блядь. О, все-таки упало, да? Мой рогай получит там что-то 50 там процентов. Не ливать рогай, нет? А че мы сейчас идем на каратресы? Ока. Че ты хочешь, ЕП на рогу? А, вы убили того? Мне нужно ЕП на рогу, я типа 50% сюда выпаял. Без плетения падает, вы уже убили, да? Как? Да. А, да. Красавчики. Без напулов охуеть. Так, ну давай. Я же говорю. Ну давай забыть. Все получается не такое, что и полезное. Все, можешь выходить, рогай. На роботе ты скажешь, блин. Так, холидринг. Тебе точно надо это холидринг? Или ну его нахуй? А ей подали еще? А Вилаша, тебе надо это, нет? Куда каратрес? Вилаша. Робот. Робот, в Вока летим. Потом. Холидринг? Войду дашь? Трин. Нормального пацану, блядь. Да у тебя там, чё у тебя, клык, блядь, зеры. А на мишку топовая будет с этим, с брошенным. Начинается попрошайничество вот это. Просто хорош, блядь. Вымаливание. А там... Просто вот, помогите дедушке, бля, пенсия маленькая, кушать нечего. Там прокает, короче, эта хуйня, вот типа без стрини, которая вторая, они парные, там 1020 брони прокает сверху. И там становится типа за 50 тысяч, 55 там где-то, ну типа хардкап брони собирается. Ну там не 20, там меньше. Там, короче, на 10 стакается, получается. А когда у тебя вторая тринка есть, она еще тебе 10 дает сверху стаков. Смотри, фишка. Там 18, там хардкап собирается. Фишка в чем, Дусай? В том, что Дусан в этом... то, что у тебя указано в этой хуйне, когда ты открываешь... Как я знаю. Называется? У меня, она, я она просто 8, говорю, что... Она на 80 уровень. Хардкап 49 990 брони. То есть 50 тысяч брони хардкап. На 83 уровень. А. Да. Не знал? Ну, а проценты, не знал. Просто проценты у меня показывают 75%. Это показывает именно для 80 уровня. То есть, когда твой противник 80 уровня, моб, там с каждым уровнем вырастает вот это количество брони. Можно кому-то? Вроде никто не рулит. А можно за бесплатно на трансмок, если никому не нужен? Но он как лунковский, это 5, он охуительный визуально. Там это ткань. Там и надо. А, пусть я забыл. Что-то он улетел куда-то. Бичих будешь брать приста? Чего? Бичи приста обратно брать будешь, или вы так почините сами? Заходи. Ты про какого бичи приста? Про себя. А. Так, они у меня по 200 точно. А с волноступа там латы хостовые не падали? Ботинки? Нет. Все упало, никто ничего не забрал. Ой, у меня тоже в Амене еще надо. Я на паладина забрал, Саханыч. Понял. Ну, ГЦ. Да, там Танос был на замене. За бесплатно? Глинграм на замене.